Добрый день, дорогие друзья! Сейчас очень короткий ролик о том, как сделать перо у перьевой ручки более гладким, если оно немного скребет по бумаге. Вот именно если немного, потому что если оно прямо вырывает куски из бумаги, то этот способ не сработает. Вот у меня в руках перьевая ручка Tower индийская. В предыдущем ролике я ее починила, заменив старую рваную пипетку, протухшую, на современный конвертер PilotCon 40. Выяснилось, что ручка работает, но у нее перо немножечко шуршит. Вот я пишу индийская перьевая ручка. Tower. Вот именно немножечко, знаете, цепляет за бумагу, меня это совершенно не раздражает. Но кого-то другого может раздражать. И здесь сработает такой способ. Просто написать что-то на крафтовой бумаге оберточной. Вот то же самое пишем. Индийская перьевая ручка. Tower. Можно то же самое написать разными сторонами пера. Вот просто разными сторонами поделать какие-то линии. Там пописать восьмерки. И буквально через 1-2 минуты вы можете попробовать опять на обычной бумаге это же перо. И увидите, что оно уже более гладко пишет индийское. Ну вот. Перьевая ручка Tower. Но если перо сильно скребет, то есть оно может быть, либо вот эти лепестки могли разойтись, либо там слишком сильная какая-то выпуклость, вот этот способ может не сработать. И чтобы посильнее зашлифовать перо, есть, ну, и другие способы. Некоторые рекомендуют наждачную бумагу, самую мелкую, но лично я бумагу не рекомендую наждачную, потому что вот от наждачки очень многие ручки просто приходят в негодность. Если что-то неправильно там вот сделать, то перо будет скрести еще сильнее и вообще может перестать работать. Поэтому если вот этот способ не помог, то надо искать мастера, который точно сделает то, что нужно. Ну, а на бытовом уровне вот эта бумага – самый безопасный такой быстрый способ, который очень часто помогает. Все, до следующего ролика. С вами была Юлия Трунина и интернет-магазин перьевых ручек retropen.ru. Хорошего дня!